Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда, как обычно по средам. В первой части программы в эфире наш российский корреспондент Иван Денисов. Во второй части наш израильский корреспондент Геннадий Беззубов. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего встретимся в эфире с Иваном Денисовым. Вы помните? Вы все, конечно, помните. А если нет, дела ваши не ах. И хватит вам уже бродить по комнате и нагонять ненужный страх. Скорее в ближайшую аптеку. Там мемофор на полочке стоит. Волшебным образом поможет. И ум, и память сохранит. Мемофор. Израильские 100% органические капли для улучшения когнитивной памяти и концентрации внимания от доктора Шавит. Спрашивайте в аптеках города. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535. Имею возможность есть овсянку, но не имею желания. Имею желание есть шашлык, но не имею возможности. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Они превращают ваши желания в ваши возможности. Когда родной человек в беде, нас охватывает ужас от того, что мы не можем ему помочь. Зависимость – это и психологическая проблема. Не выявив ее, сложно установить, что именно заставляет человека снова возвращаться к наркотикам или алкоголю. Реабилитационная программа «Back to Life» направляет пациентов в известную израильскую клинику «Феникс», где с ними работают опытные психотерапевты, возвращая смысл жизни и веру в себя. Звоните 267-226-63-63. «Back to Life» – возвращение к жизни. Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. Пытаемся выйти на связь с Иваном Денисовым. Надеюсь, что он сейчас появится в эфире. Ну, а первый вопрос, который я хотел с ним обсудить, это то, что... Иван, вы меня слышите? Добрый день. Да, здравствуйте. Да, приветствую. Что там вначале было со связью, но теперь, слава богу, вы в эфире. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать. Взаимно. Первая тема. Путин осудил удары по жилым районам. Ну, это произошло, я бы так сказал, между ударом по Кривому Рогу и сегодняшними ударами, это вчера было, и сегодняшними ударами по Одессе и Краматорску. Там по жилым домам ударили ракетами, есть погибшие, есть раненые, короче, есть жертвы. И Путин говорит о том, что... Зачем, я цитирую его, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам. Никакой логики. Ради чего? Зачем? В чем смысл? И по явно гуманитарным объектам. Это удивительно. И военного смысла нет никакого. Он нулевой. Вот я привел фразу Путина. Это он сказал на встрече с вот этими военкорами, так называемыми, политпропагандистами. Он так в одной руке держал бокал с шампанским или с вином, такой узенький бокальчик, который обычно подают для сухого шампанского, и при этом вот так рассуждал. Казалось бы, удивительно, да, но удивительного ничего нет, поскольку речь идет о вооруженных силах Украины. То есть существуют многочисленные видеоматериалы, свидетельства ударов российской армии по жилым кварталам, а в Кремле, похоже, об этом ничего не знают. И вот на встрече Путина с этими военными корреспондентами он рассказал о том, что ну какое же это изуверство.
просто взять и по жилым районам ударить. А вообще, вот этот цинизм, эта наглость палача, она просто, ну, я не знаю, слово сказать удивляет, она просто возмущает. Он прекрасно осведомлен о том, что происходит. Он отдает приказы. В частности, взорвать Каховскую ГЭС. Совершенно понятно, что без его ведома, без его распоряжения вряд ли кто-то бы это осуществил. И при этом он рассуждает о том, что ну как же так, вот удары по гражданским объектам, это же варварство. Вот как-то у этого человека все в голове так укладывается. Иван. Совершенно верно. Это даже я не знаю, каким словом охарактеризовать, потому что цинизм, ну, здесь уже не подходит. Это вообще по ту сторону представления о добре и зле. Я говорю, вот издевательство палача. Вот он все. Я, кстати, должен сказать, что вообще это очень похоже на ГБшников. Вот они, когда... я с ними несколько раз сталкивался в советское время, когда они говорили, ну, вот вы должны то-то, то-то сделать. Ну, допустим, там со мной встречались и говорили, почему, причем встречались со мной, я когда-то об этом рассказывал. Вдруг мне позвонили, мне начинают там журналисту, который как-то с областной газетой работал, вдруг мне звонят и говорят, что домой, по домашнему телефону, мы хотим с вами встретиться, это из молодежной газеты звонят, давайте с вами встретимся в гостинице. Я не представлял себе, что, ну, как-то у меня даже не сложилось, а почему в гостинице, почему не в редакции? Вот, мне было лет 20, и вот я беседовал с двумя людьми, которые представились по имени и отчеству, и они мне говорили о том, потом оказалось, что во всем моем окружении вот всех моих приятелей вот так вот по очереди вызывали, и они говорили о том, что мы к вам прекрасно относимся, вы вот пишете замечательные вещи, я тогда вообще еще практически ничего не писал, и мы вам поможем публиковаться, стать членом Союза писателей СССР и так далее, просто раз в месяц пишите, ничего мы от вас не требуем, вот с кем вы встречаетесь, как и так далее. Вот, мне тогда удалось вот прикинуться полным не знаю, как сказать, вот, наивным, да, очень наивным. И я как-то так от этого ушел. Вот, потом меня еще и в Москве тоже доставали на эту тему. Но вот эти люди, они удивительные, они все понимают, они понимали, в какую бездну катится Советский Союз, и при этом они мне говорят, ну, вы же должны, вы же советский человек. Как это вы не понимаете, что вы же советский человек? Вы, в принципе, почему вы не хотите это делать? Для нас. Мы боремся, мы патриоты, мы вот за страну патриоты, правда, тогда не звучало и так далее. Вот этот цинизм, я когда с этим впервые столкнулся, люди, которые это говорят, и при этом глаза их улыбаются, как бы они не верят в то, что они говорят, но вам они это втолковывают. Вот это вот типично такая ГБшная выучка. Вот это я наблюдаю, когда президент Российской Федерации говорит. Да, полностью с вами согласен. И еще добавлю, что... А вы сталкивались... Вот с... вы сталкивались... аморальный, ну, есть два вообще-то значения. Иван, а вы сталкивались это, вот с такими да, людьми в России? Вот с такими... Да-да, вот. тот, что противоречит морали, и тот, что вообще вне пределов морали. И вот то, что делают и говорят, ну и, к сожалению, тут и слова, и дела соответствуют нынешние российские власти, это даже не противоречит общепринятым представлениям. Это все уже давно понимают. А они просто ставят себя вообще вне того, как, чтобы их оценивать как каких-то здравомыслящих людей, которые являются частью цивилизации, следуют цивилизационным установкам, правилам поведения. Нет. То есть это полное игнорирование реальности, и интернет ломится, и свидетельств полно, как вы уже сказали, того, что делает российская армия. Но нет, этого всего нет на самом деле. Это все фейки, это все происки Запада. Но как только Украина начинает огрызаться, выясняется, что это они совершают преступление и ударяют, бьют по жилым кварталам. Хотя, если соразмерить ущерб, нанесенный от действий российской армии и от этих вот эпизодических обстрелов, прежде всего, Белгородской области, ну, вы сами понимаете, что в какую сторону будет это соотношение.
Мне кажется, что Путин, когда он говорит, он получает удовольствие от этого. То есть он прекрасно понимает, что он делает. И вот этот цинизм, мне кажется, он на себя даже как-то так смотрит и думает, как же я вот красиво в этой роли выгляжу. А вы сталкивались вот с такими людьми? Еще раз говорю, у меня было несколько встреч во времена Советского Союза вот с такими профессионалами, которые... Ну как там, да, холодный ум, вот, потные руки и так далее, да, вот, дзержинцы такие, они совершенно все четко понимают, и тем не менее они ведут страну дальше в пропасть, и вас заставляют туда идти. Ну, мне все-таки повезло, потому что в 90-е годы, когда они могли мной заинтересоваться, творилось в стране, в общем, понятно что. Но я, понятно, что ссылаться на знакомых, это не очень так правильно. Но, тем не менее, я точно могу вам сказать, что мой один очень хороший друг, его, да, вербовали в открытую. И вроде бы он отказался и даже ушел тогда из института. Но сейчас он занимает очень высокий пост в православной, представьте себе, иерархии. И вот меня терзают смутные сомнения, отказался ли он тогда. Я с ним отношения не поддерживаю уже давно и ничего не могу вам сказать. Но вот такую историю. Я должен сказать, что мне в первый раз вот тогда... Слова вымысла в ней нет. Мне в первый раз тогда повезло. Это было уже практически Брежнев. Это после 82 года я вот с этим столкнулся. После окончания института. В институте меня никто не трогал. Вот после окончания института. Но это уже было время. Вот после Брежнева Андропов был. И вот примерно в это как раз Андропов ушел, Черненко появился. В общем, вот в этой вот гонке на лафетах я, что называется, просто вышел из этой ситуации. А потом уже в Москве мне пришлось тоже. Домой позвонили и говорят, вот так-то и так-то. И мы хотели с вами встретиться. Я им сказал, идите куда подальше. Это уже можно было говорить. Где-то был 86-87 годы. Вот, так что там уже была совершенно другая ситуация. Но вот этих людей я запомню на всю жизнь. Этот вот холодный такой взгляд, который, в принципе, эти люди, они ни перед чем не остановятся, они будут на черное говорить, белое и так далее. Абсолютные негодяи. Вот Путин из этой породы. Совершенно верно. И действительно такое впечатление, что он получает удовольствие и проверяет, ну а до какой степени вообще можно врать и издеваться над представлениями о морали, здравом смысле и так далее. Потому что ту же фразу, что вы процитировали о военных ударах, ведь если ее просто прочитать, ведь все правильно сказал, да, если вдуматься. Но как он это сказал и по отношению к кому, и здесь вот это тоже чисто ГБшный ход. Вроде бы можно сказать вещь абстрактно верную, но то, как ее сказать, против кого ее обратить и как ее выстроить, и все, получается, что это полное извращение реальности, выворачивание ее наизнанку. Но, кстати, он там поведал и неудачах, и огромных потерях ВСУ. Он, между прочим, он сказал, что цели, которые преследовали вооруженные силы Украины, они их не добились. Тоже удивительная такая фраза. Вообще его слушать нельзя. То, что я говорю на протяжении последних месяцев, это абсолютная белиберда. В общем-то, хотите, можно назвать это бредом, поскольку откуда ты знаешь о целях, которые преследуют вооруженные силы Украины? После этого, как ты можешь говорить, они свои цели не добились, поставленные задачи не решили и так далее. Ставь перед собой задачи, добивайся и отвечай за это. Причем здесь вооруженные силы Украины, которым ты не имеешь отношения, там решает внутри 4 человека вот эту задачу контрнаступления, что ты о ней знаешь? Почему ты считаешь, что они не добились своих целей? Опять-таки, если это анализировать. Но если не анализировать, если смотреть и всему этому верить, то это однозначное промывание мозгов. Такая инструкция от палача. Вот вы должны это и это и это сделать, и потом вместе все прийти на плаху. Ну, кстати, он обвинил Украину еще и в подрыве Каховской ГЭС, что, видимо, совершенно можно однозначно было ожидать. И пообещал решить проблему обстрела в Белгородской области. Он сказал, что, ну, надо, во-первых, нам будет укрепить границу. За счет чего? У вас не хватает
людей на фронте. То есть с фронта перекинуть на границу, мы об этом говорили, никто пока этим не занимается. Второе, он говорил о том, что нужно какую-то буферную зону за счет Украины. Иными словами, ну я не знаю, буферная зона это 50-60 километров, чтобы не долетали ни дроны, ни снаряды со стороны Украины. 50-60 километров вот этой нейтральной земли, да, на территории Украины создать каким образом? Как это все практически? Вот то, что он говорит, я еще раз говорю, это колебание воздуха. Это невозможно слушать по этическим соображениям. Но я уже не говорю об эстетическом, то, что вот говорят, что плешивая моль. Вот он все больше и больше действительно как-то вот подходит под это определение. Но как это решить, те задачи, которые он как бы определяет? Это же в реальности невозможно просто представить, что он будет этим заниматься. Вообще, кстати, он практически ничем не занимается, и то, что он вдруг начал рассказывать о том, как продвигается там операция вооруженных сил Украины, это главнокомандующий, первый человек в Российской Федерации, который за 15 месяцев, по-моему, впервые высказался о том, как идет ситуация, как развивается на поле боя. Он же молчал, точно так же с ковидом. Он уходит в сторону, сидит где-то у себя в бункере и ждет, когда ситуация как-то разрешится. Вот его стратегия. Иван. Да, все так, и, конечно же, пытаться какой-то найти последовательность логическую в его высказываниях, но это дело обреченное на неудачу. И вот тоже он с одной стороны говорит, что он абсолютно уверен, что Каховскую ГЭС подорвали украинцы. Тут же добавляет, что 100% уверенности быть не может, но при этом больше некому. Или он рассказывает о том, что будет укреплять, да, границу непонятно как, но тут же добавляет гарантии, что вот обстрелы прекратятся, это не даст. И в результате он противоречит сам себе, он говорит какой-то красивый лозунг, и тут же его заземляет, если можно так сказать, говоря нечто совершенно противоположное. Но у людей должно быть впечатление, иллюзия даже, правильно, что вот он все понимает, он за всем следит, огромные потери у украинцев, а у нас так мелочи, и все идет по плану, все цели будут выполнены. Хотя какие цели, он опять что-то толком не сказал и опять выдал какую-то совершенно безумную фразу, что эти цели меняются, но они не меняются. Но там я бы процитировал, вот это, конечно, это такой он недоступный здравому смыслу перл. Они, то есть цели СВО, вот этой операции, меняются, я цитирую, в соответствии с текущей ситуацией. Но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. И они для нас носят фундаментальный характер. Но еще раз говорю, это бред, его слушать нельзя. Это, ну, это, во-первых, порча нервов, во-вторых, это удар просто по здравому смыслу. Ты не можешь понять, о чем он говорит, а когда ты понимаешь, когда он говорит вот то, о чем мы, с чего мы начали, тут ты начинаешь понимать, что перед тобой подлец такого международного масштаба. Совершенно верно, но, увы, это все тиражируется российской прессой. Даже не стыдятся ведь это все цитировать. Но если кто-то совершенно верно вчитается, но это или бред, или человек над вами издевается, или ему место в лечебнице. Это еще лучший вариант. Но у нас это подается, это в заголовках идет, это с восторгом тиражируется самыми разными средствами массовой информации. И вот все эти безумные высказывания – это политика официальной Российской Федерации. Ну вот вы правильное слово очень нашли, именно издевательство. Такое впечатление, что перед тобой человек вот с таким холодным разумом, он так просто стоит и постоянно издевается. Он тебя вызывает как бы на какую-то реакцию, потому что, ну, иначе воспринять это невозможно. Ты начинаешь брезгливо уходить от этого, ты начинаешь закрывать уши, ты начинаешь понимать, что это нельзя слушать и так далее. Это издевательство, такое планомерное, ежедневное. Он очень много в последнее время ведь говорит. Да, он как-то оживился, но и тут ведь тоже, понимаете, с таким спорить невозможно и пытаться это опровергнуть. Но вот опять к той же фразе последней. Скажешь ему, ну, условно говоря, и тем, кто его представляет, какие цели вы постоянно по-новому говорите? Цели меняются.
Ну так как они меняются? Но они остаются неизменными. И как вы с этим можете спорить? Но это просто невозможно. Если у вас в одном утверждении две противоречащие друг другу идеи, и они подаются как само собой разумеющиеся. Это невозможно никак оспорить, этому невозможно противопоставить никакие аргументы, исходящие из здравого смысла, из логики. Но именно поэтому получается, что вы заранее в позиции проигравшей стороны. Потому что вам надо либо врать еще больше, чего делать все-таки не стоит, либо говорить какую-то еще большую ахинею, чего тоже делать лучше не надо. И получается, что путинская пропаганда, она ставит себя вне дискуссии. Ну, а если кто-то находится, кто пытается предъявить доказательства, ну, это сразу фейки, статья, но остальное вы, к сожалению, знаете. Ну, кстати, сегодня Лилии Чанышевой, она одна из помощников Навального, ей дали 7,5 лет. 7,5 лет, причем она очень была серьезный профессионал, как аудитор, да, насколько понимаю, она экономист, и она очень много сделала в Уфе, в которой она представляла вот этот региональный штаб Навального, и она не уехала, в отличие от многих сторонников Навального, которые покинули Российскую Федерацию, она не отбыла из России, в 2022 году она осталась там, и вот, ну, собственно, как и Навальный, сейчас, кстати, по новому обвинению ему грозит 35 лет лишения свободы. То есть, пока Путин находится у власти, живым Навального не выпустят из тюрьмы. Так ко всему это идет. Ну вот Лилия Чанышева 7,5 лет дали. Ну, видите, у нас теперь освобождают от уголовной ответственности тех, кто идет убивать людей добровольцами. Но закатывают сроки весьма и весьма серьезные. 7 лет – это очень серьезный срок. Людям, которые власти не угодны и за которыми нет вообще никаких насильственных преступлений. Но они неудобны, они враги, значит, им можно. А если человек замечен в каких-то преступлениях, но отправился добровольцем, то все, ему это все прощается. Она получила, кстати, за то, что вскрывала коррупцию, причем несколько дел, которые она подняла, закончились в ее пользу. Но это, видимо, было тогда еще там. Она с 19-го года возглавляла этот штаб в Уфе. Видимо, в последнее время у нее уже не было никаких возможностей ничего вести, поскольку они пришли к тому в штабе Навального, что нужно распускать региональные эти штабы, поскольку, ну, люди просто, пребывая там, в этих списках, они будут осуждены в нынешней России. Поэтому они всех распустили. И вот сама она осталась в России. Она очень многого добилась в Уфе. Причем, начиная с первого лиц этого региона, которых она обвиняла в краже, в коррупции и так далее. Но в сегодняшней России кража и коррупция – это вполне законные вещи. Они не узаконены в Конституции, они не узаконены где-то там, вот в каких-то бумагах, но это в порядке вещей. Начиная с первого человека Российской Федерации. Так что, видимо, она получила за это, за то, что она критиковала коррупционеров. Ну, помните, мы же с вами даже говорили, Россия вышла из конвенции по борьбе с коррупцией. Поэтому все, у нас теперь нет никаких механизмов международных, которые должны как-то с коррупцией бороться. Потому что было сказано, что это не проблема в Российской Федерации, конвенция используется для давления на Россию, поэтому нам она не нужна. Ну, значит, все. А кто пытается с коррупцией бороться, это все враги и прислужники Запада. Ну, кстати, как бороться? Значит, вот очередной пример вот этого безумного законотворчества продемонстрирует, видимо, в ближайшее время Госдума. Внесен законопроект, которым предлагается закрепить то, о чем вы говорите, освобождение от уголовной ответственности отдельных участников спецоперации. Причем этот законопроект предлагается распространить на отдельные категории осужденных, а также лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, если бы они были призваны на военную службу по мобилизации или военное время, как сказано, или же они заключили контракт о прохождении службы в вооруженных силах России в период мобилизации, военного положения или военного времени. Ну, иными словами, вообще такое впечатление, что в ближайшее время российская армия будет просто в большинстве своем укомплектована заключенными.
Иван. Да, это, знаете, такое впечатление, что при всем своем этом якобы патриотизме у нас люди в Министерстве обороны очень много смотрели старых как раз американских фильмов, потому что это, начиная, по-моему, с «Грязной дюжины» еще 60-х годов, такой очень популярный ход, когда берут заключенных и отправляют их на какую-то смертельную миссию, чтобы, если они ее выполнят, то их простят, если погибнут, то погибнут. Но это как бы кино все-таки, и если такие случаи были в истории, то они носили эпизодический характер. А здесь это собирается поставить действительно на законное основание, и это практически переписывание Уголовного кодекса. Поэтому юристы, те, кто адекватные здесь еще остались, они в ужасе, так как считают, что подобный закон, ну, это просто Дума вторгается в то, что не надо ей делать. Еще раз говорю, да, законодательная власть, но она собирается перекраивать вообще все представления о том, что хорошо и плохо. И получается, да, звучит вроде бы малые и средние тяжести, но мы же с вами понимаем, что тут ящик Пандоры открывается, и закрыть его уже невозможно. То есть практически любой преступник будет прощен, если он изъявит желание отправиться воевать и совершать все те действия, которые совершают военнослужащие во время боевых действий. И мы тоже с вами не раз говорили, а что эти люди будут делать, вернувшись с передовой. Это если что обычные люди будут делать с вывихнутыми мозгами, с посттравматическим синдромом, когда вернутся. А если вернутся бандиты, уголовники, которые все у них чистый лист, они прощены, но это бандиты и уголовники, которые еще больше набили руку на пользование оружием, взрывчатыми веществами и так далее. То есть это уже не просто милитаризация общества, об опасности которой мы постоянно говорим, а это еще и, как не дико прозвучит, но у нас все дико звучит, это криминализация России, которая одобрена законом. Вот так. А, кстати, я смотрел, там ведь тоже не так легко из всего этого выйти. То есть ты можешь выйти по возрасту, если подошел возраст, ты пошел из колонии, да, воевать, там какое-то количество времени повоевал, и вдруг там подходит тебе, я не знаю, какой там возраст, ну, допустим, 65 лет или 60. Второе, понятно, что ты можешь уехать оттуда трупом, либо раненым, а вот так, чтобы контракт закончился, там немало каких-то препонов существует, которые, по-моему, никто не читает. А я смотрел, статья была опубликована на BBC в русской службе. Там говорится о том, что немало подводных камней вот в этом контракте, которые подписывают люди, не особенно вдаваясь в детали. Иван. Вне всякого сомнения. Но это, знаете, такая есть шутка черная, что ЧВК «Вагнер» и Министерство обороны ищут людей, которым еще нет 30, и которым никогда и не исполнится 30. Но, кстати, вот еще Госдума, мы говорим о том, что будет принято, я не сомневаюсь, что будет принято по поводу ЗК, а вот Госдума приняла поправки об аресте до 30 суток за нарушение режима военного положения. Военное положение, насколько я понимаю, введено всего на четырех российских территориях, а именно Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. По конституции нынешней они считают, россияне, что это их территория, да? Это мы с вами прекрасно помним. Так вот, за нарушение военного положения 30 суток. Ну, видимо, в течение этих 30 суток будет решаться вопрос, отправлять тебя в суд или нет. Но вот здесь, насколько я понимаю, даже не прописано, а что такое нарушение военного положения. Видимо, тебя после утверждения этого закона, тебя могут взять на этих территориях за что угодно. Иван. Совершенно верно. И официально, да, это военное положение только в нескольких регионах, но в большинстве других есть какая-то туманная формулировка повышенного
повышенного реагирования, что-то такое. И теоретически это тоже означает, что представители властей, они могут прибегать к самым разным суровым мерам, но пока не особенно прибегают. Пока. А так все что угодно, и опять, если тебя задержат, то очень легко можно представить выбор либо после этих 30 суток в колонию, что не очень хорошо, конечно же, либо на фронт, и тоже очень такой удобный вариант, как вербовать людей. Тем более, что Дума-то, да, и президент, который все это подписывает, они постоянно что-то новое придумывают. И вот теперь уже вступил в силу и закон, по которому у молодых людей призывного возраста будут изыматься загранпаспорта. И вообще-то это нарушение чего угодно. И право на перемещение, и какого угодно права, но все. Теперь это официально. Подпадаешь под призывной возраст, и у тебя могут паспорт изъять, или тебе это просто напишут, как у нас теперь это, да, принято, пришлют смс-ку, что иди сдавай его сам, а не то отберут силой. Ну, сила имеется в виду на границе или еще где-то. Ну, вот тоже такое, я считаю, преступление, потому что это посягательство на право человека перемещаться. А теперь все, раз в призывном возрасте, ты никто, ты игрушка в руках власти. Ну, кстати, вот на этом фоне то, о чем мы сейчас говорим, особенно поражают какие-то комментарии вот в Фейсбуке. 12 числа, что был, День России, 12 июня? Да, уже никто не знает, что это за праздник. День Отечества. Но День России. День России, да. Я нашел в одном из комментариев, в общем-то, я этого человека не знаю, но через знакомых своих я ее знаю. Вот таким образом. Она живет в Москве. И вот она 12 июня написала, опять-таки, это даже не мой друг на Фейсбуке, я просто посмотрел после того, как мне сказали. Вот она написала: поздравляю с Днем России, страну, которая самая прекрасная на планете. Это человек пишет 12 июня 2023 года, живя в Москве. Россия – самая страна, самая прекрасная на планете. Ничего другого нет, никакого определения. Вот это самое прекрасное, то, что, с чего можно взять пример. Сегодняшняя Российская Федерация. Какой ужас вот, ну, это все читать. Я могу попробовать, да, подыскать оправдание и сказать, что она это могла написать, уже очень хорошо отметив выходной лишний. Но я не буду ее оправдывать, конечно же. Нет, ну просто в шок попадаешь, когда вот впадаешь, когда читаешь вот такие вещи. Да? Такое впечатление. Где вы живете? В каком, в конце концов, контейнере вы находитесь? Где нет никаких средств массовой информации? Ты же в Москве живешь. Как ты можешь такое писать? Это самая прекрасная страна на планете сегодня, Российская Федерация. Путинский режим – это самое лучшее, что создало человечество за всю свою историю. Ну, вот так, наверное, нужно сделать вывод. Ну, кстати, у нас буквально времени не осталось. Американское консервативное издание National Review опубликовало беседу с Натаном Щеранским вот среди самых важных моментов. Такие очень точные рассуждения Щеранского о нагнетании антизападной истерии в России, которая продолжает такую же истерию советской поры. Он говорит, никто не хочет войны, кроме Путина. Кремлевские лозунги не меняются. Отправим танки в Будапешт, чтобы спастись. Поставим ракеты на Кубу, чтобы спастись. Отправим танки в Прагу, чтобы спастись, и сегодня. Если мы не завоюем Украину, она и ее западные хозяева завоюют нас. Вот это, конечно, очень верно. И Щеранский, он большой умница, я с ним здесь встречался в Нью-Йорке. Вот, он прекрасно знает, о чем он говорит. Вся его биография подтверждает, что этого человека нужно и можно слушать. Да, не все диссиденты и ветераны антисоветского движения выдержали проверку 90-ми последними испытаниями последних лет, но Щеранский – это действительно человек, который вызывает только уважение и восхищение, и он себе не изменяет. И то, что его опубликовали в National Review, да, это одно из самых авторитетных консервативных изданий, и то, что он точно все формулирует и напоминает, вот, что этот миф, который подхватывают и некоторые, увы, американские авторы, что Россия просто очень боится, что на нее нападут. Но Щеранский напоминает, что это все неправда, и что это давний миф,
просто воскрешенный путинским режимом. Поэтому я очень надеюсь, что американские консерваторы, которые не всегда понимают происходящее, но те, кто читает National Review, эту беседу обязательно прочтут и прислушаются к тому, о чем говорит Шаранский. Ну, кстати, он ведь вспоминает высказывание Буковского, еще одного диссидента. Буковский говорит: «Я прожил на Западе 40 лет. Здесь всем плевать на Россию». Ну, естественно, Шаранский называет действия Кремля варварской агрессией. Он указывает на опасность попыток задобрить Путина, отдав ему части Украины. Он как раз говорит, единственный способ остановить диктатора – это ему сопротивляться. Я должен сказать, что я здесь живу 34 года в Соединенных Штатах. Мне трудно представить, что Соединенные Штаты хотели бы напасть на Россию. На самом деле, Рейган тогда замечательно сказал. Он говорит, что мы не собираемся воевать с Россией, это никому не нужно. У нас совершенно другие планы на будущее в Соединенных Штатах. Давайте просто закроем железный занавес, и пусть они что делают там, что хотят, то и делают. Вот такая была позиция. А то, что Запад не собирается нападать, это мы видим последние 15 месяцев, когда Украину постоянно предупреждают, только не нашим оружием, только чтобы, не дай бог, не раздражать Путина и так далее. О каком нападении в 22-м году вообще могла идти речь? Это исключительно российская пропаганда. Все так, и главное, чтобы это понимали политики и общественные деятели, потому что, увы, многие при сегодняшнем недоверии к мейнстримной прессе, которую я на Западе вижу и даже его порой понимаю, но утрачивают тоже контакт с реальностью. И вот для такого, конечно же, вот нужны ветераны антисоветской, антикоммунистической борьбы, как Шаранский, и их напоминание, что Путин – это такая же угроза тоталитарная, какой были угрозы 20 века, и пытаться его понять, задобрить, утешить, отдав части Украины – это абсолютно ситуацию не изменит к лучшему, а только ухудшит. Ну, как можно этого понять человека? Там явно когнитивный диссонанс. То есть то, о чем мы говорим сейчас. Он говорит одно, имеет в виду другое, произносит третье. В одной и той же фразе совершенно две взаимоисключающие, а то и три положения, два или три. Так что как можно этого человека понять, как можно его задобрить? Там ментальный диагноз. Да, и диагноз безрадостный. Для всех, для нас, для всего мира. Это беда, в которую мы все вовлечены, это катастрофа для всего мира. То, что сегодня представляет собой путинский режим. Мы это все видим, это очевидно. Ну что, Иван, время подошло к концу в первой части нашей программы. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. До встречи. Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45. Доктор Слава Познянский представляет врачей-имплантологов. Вы не представляете, какие они замечательные. Имплантологи с 20-летним стажем. Выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю, 718-331-6100. 718-331-6100. А цены у нас не кусаются. С заболеванием деменция мы теряем память, когнитивные функции, способность осваивать жизненно важные новые навыки. Если у вас в семье у кого-то есть вышеупомянутые симптомы, Human Care предоставит абсолютно бесплатно круглосуточное обслуживание на дому. Для консультации позвоните по телефону.
телефону 718-435-1100, добавочный номер 220. Вы также можете получить информацию, посетив наш сайт humancareny.com. Как избежать ампутации ног при синдроме диабетической стопы, венозных проблемах, трофических язвах? Микрососудистая реконструкция сосудов воссоздает сосуды стопы, восстанавливая кровообращение в конечностях. У нас есть две главные составляющие. Это самая точная диагностика и команда ведущих американских специалистов. Синай Диагностикс. 718-615-4100. На связи наш израильский корреспондент Геннадий Беззубов. Геннадий, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Геннадий, ну что, еще один огнестрельный теракт в Северной Самарии. Какие подробности? Ну и главное, сумели ли схватить террористов? Нет, пока у нас нет данных о том, что их сумели схватить. Террористы, к сожалению, сумели скрыться. Несмотря на то, что по ним был открыт огонь, причем огонь этот открыл именно... Что-то случилось со связью, пропал Геннадий Беззубов. Но мы постоянно говорим о том, что идет террористическая война, и началась она не сегодня, поэтому для Израиля это все, ну, вот такая быт в каком-то плане. И ситуация сегодня меняется не в лучшую для Израиля сторону, поскольку шииты и сунниты, они как-то начали договариваться благодаря посредничеству в немалой степени, как мы знаем, Китая и Турции. И здесь можно однозначно сказать, что это провал внешней политики Соединенных Штатов, поскольку Байден практически не занимается ни ближним, ни средним Востоком. Вот, так что, естественно, когда усиливается, естественно, когда усиливается роль Ирана, и Израиль прекрасно об этом знает, это сегодня очевидно, то и террористы распускают руки, им еще больше, кажется, у них появляются возможности. Ну что, давайте вернемся. Итак, огнестрельный теракт в Северной Самарии. Геннадий. Да, так вот, схема была достаточно привычной. К сожалению, террористы обстреляли автомашину с израильскими номерами. Менахем Ордман, который был за рулем этой машины, был ранен, получил ранение средней тяжести, но успел вынуть пистолет и открыть огонь по террористам, которые... Видимо, все-таки задеты не были, и когда появился в их поле зрения военный джип, в котором было четверо израильских военнослужащих десантников, они открыли огонь по этому джипу, и все четверо десантников были ранены. Один из них получил ранение средней тяжести, трое легкие. В общем, террористы скрылись на этой автомашине, и их, к сожалению, схватить до сих пор не удалось. А это, как легко понять, чревато другими терактами, поскольку речь идет о вооруженных террористах. И, судя по всему, в ближайшее время, во всяком случае, об этом уже появилась информация, будет проведена масштабная операция антитеррористическая в Северной Самарии. Об этом говорят представители армейского командования и службы безопасности Шабак, поскольку признано, что нынешние меры, которые принимаются, они хоть и серьезные, но неэффективные. Многочисленные аресты и обыски не дают результата желаемого, и число терактов не падает, не снижается, и поэтому нужно менять тактику. Судя по всему,
Да, наши силы безопасности проводят чуть ли не каждую ночь рейды. И в Джинин, и в Шхем, это два основных центра террора. Вчера, например, был бой в лагере беженцев Балата. В Шхеме было множество вооруженных террористов, которые открыли огонь по нашим силам, которые окружили дом одного из террористов, который, по имеющимся данным, собирался совершить теракт. Понятно, что завязался бой, была перестрелка, и один вооруженный террорист был убит, 8 были ранены, было изъято оружие, довольно большое количество наших военнослужащих бросали взрывные устройства, стреляли. Понятно, что они ответили огнем, боевыми патронами, и были результаты этого. Но урезонить террористов при помощи таких рейдов не получается. Недалеко, как сегодня, группировка «Львиное логово» объявила, что она приказала своим боевикам готовиться к возможному военному столкновению с Израилем. Мы вступим в бой, уже мы вступили в бой с оккупационными войсками, действовавшими в лагере Балата. Мы их окружили, мы их заставили отступить, так утверждают террористы. И 2 дня назад мы тоже вели с ними бой, и мы теперь готовы пасть в бою или победить. Ну, такие типичные арабское красноречие, так они любят, так сказать, витиевато выражаться, привлекая свои исламские источники при этом. Так что, судя по всему, операция будет. Понятно, что о ней заранее никто не будет объявлять, если будет решено ее проводить. Но поскольку уровень террористической деятельности, не террористической активности не снижается, видимо, другого выхода армии и службы безопасности не видит. Геннадий, сегодня в Кнессете должно состояться голосование по назначению его представителей в комиссию по назначению судей. Прошло ли голосование и почему вообще этому придают столь серьезное значение? Да, голосование состоялось примерно 45 минут назад. Сейчас ждут объявления результатов этого голосования. Причем ждут его не только депутаты Кнессета, которые голосовали за кандидатов на места в этой комиссии по назначению судей, но и так называемые протестанты против реформы и, соответственно, полиция. Ждут также лидеры оппозиции Яир Лапид и Бенни Ганц, которые, как нам сообщили, после объявления результатов должны сделать некие заявления. В чем суть? Почему так все это напряжено? Дело в том, что имеется кандидат от оппозиции на пост в этой комиссии. Это депутат Кнессета от партии Лапида Карин Эль-Харам. И был целый ряд депутатов от коалиции, которые хотели войти в эту комиссию, но поскольку Беньямин Нетаньяху по известным ему, видимо, причинам, нам эти причины пока не сообщили, решил, что нужно помочь избрать также депутата от оппозиции, не только от коалиции, видимо, угрозы Бенни Ганца, который заявляет, что если Эль-Харар не выберут, то все переговоры, любые переговоры будут закончены. Угрозы протестантов, которые заявили, что если она не будет избрана, то сегодня в 8 вечера все должны выйти на спонтанную демонстрацию в Тель-Авиве. В Иерусалиме, кстати, уже стягивают дополнительные силы полиции к дому Беньямина Нетаньяху на улице Аза, где и она уже перекрыта, там это происходит постоянно.
И план был такой. Его намеревался... Что-то сегодня со связью. Сейчас попробуем опять-таки выйти на Геннадия Беззубова. Время у нас еще осталось, так где-то примерно минуты три. Не знаю, что сегодня происходит. Вроде бы в первой части программы все было нормально с нашим корреспондентом из Москвы. Хотя я вспомнил, что в самом начале мы на него выйти не могли. Но опять-таки всегда можно грешить на то, что Иван Денисов находится в Москве. И там могут быть всякие козни, да, могут строить, по крайней мере. А вот с Израилем мне трудно сказать, что происходит. И в принципе... Вроде все в порядке, вдруг раз и связь обрывается. Но, опять-таки, я хотел бы, может быть, еще у Геннадия занять время и спросить его по поводу вот этой темы влияния Ирана, которая усиливается. И, кстати, мы говорили о том, что... Сейчас западная разведка свидетельствует, достаточно много сообщений по поводу того, что Иран подписывает контракты с Россией и увеличивает количество дронов, которые будут поставлены в Москву, в Российскую Федерацию. Так что Тегеран и Москва, они все плотнее друг с другом. И я еще раз говорю, что эта поддержка, тем более со стороны суннитских государств, не поддержка даже, а налаживание отношений с Ираном ничего не сулит хорошего. Ну, то вот Геннадий уже по телефону. Геннадий? Геннадий? Да, я вас слушаю. Ну, давайте продолжим. Я не знаю, что у нас со связью сегодня. По-моему, с телефонной связью тоже не самый лучший вариант. Ну, давайте уже как-то закончим. Вроде мне говорят, нормально. Давайте подойдем уже к финалу. Ну, я вас слышу нормально, во всяком случае. Да, мы вас слушаем. Да, так вот, план Натаньяу был таков. Он намеревался вынудить всех депутатов от коалиционных партий снять свои кандидатуры и проголосовать против Карины Эль-Арар. И таким образом голосование должно было быть признано несостоявшимся и перенесено автоматически на месяц вперед. То есть передвинуто на месяц вперед. За это время Нетаньяху рассчитывал разобраться с ситуацией и как-то погасить все эти угрозы, возможно, хотя мне лично трудно поверить в то, что это возможно. Голосование было тайным, согласно уставу Кнессета, и поэтому так долго разбираются с этими бюллетенями, которые вложены в конверты. Пока еще нет результата, да? Пока нет результата. Все как 50 лет назад примерно. Бумажки, конверты, так сказать, хотя мы живем в эру электронного голосования, всего электронного. Геннадий, вот. Я думаю, что к этой теме мы вернемся в таком случае завтра, а сейчас время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Чтобы быть успешным по жизни, нужно быстро соображать, четко слышать и ясно видеть. С первыми двумя у меня все в порядке, а вот зрение чуть подкачало. Это я во время лазерной процедуры LASIK в новой клинике доктора Леонардо Блея. 3 минуты на правый глаз и столько же на левый. Теперь я читаю, пользуюсь компьютером и вожу машину без очков. Всего 6 чудесных минут LASIK'а у доктора Блея изменили мою жизнь. Кто следующий? Мы помогаем нашим клиентам защищать их тяжело заработанное имущество, чтобы правильно оформить наследство, чтобы защитить их от их кредиторов. Долго думали по поводу траста, друзья рассказывали о нем. Мы пришли в этот офис, мы были очень довольны тем, что нам полностью разложили все по полочкам. Мы не просто обещаем, а мы делаем. И мы делаем все в интересах наших клиентов. Ни минуты не жалели, что мы связали свою судьбу с офисом Берез и Залки. Я очень рад представить уникальную безоперационную процедуру установки мостов, называемую стеклянные опоры ZX-27. Если у вас осталось только несколько зубов и невозможно установить полный мост, ZX-27 позволяет вставить стеклянные опоры между десной и коронкой. Это делает мост устойчивым и прочным без установки имплантов. Я очень рада, что узнала об этой технологии. Здесь мне вернули мою улыбку. Приходите к нам и верните себе свою улыбку.
Я очень счастлива теперь. По статистике специалистов Davidson Ambulance Assist, русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута – это слишком поздно? Забудьтесь о своем здоровье вовремя. Запишите телефон скорой помощи Davidson Assist 1-888-710-0303. Здоровье ваше, вам решать. Вы помните? Вы все, конечно, помните. А если нет, дела ваши не ах. И хватит вам уже бродить по комнате и нагонять ненужный страх. Скорее в ближайшую аптеку. Там мемофор на полочке стоит. Волшебным образом поможет и ум, и память сохранит. Мимофор – израильские 100% органические капли для улучшения когнитивной памяти и концентрации внимания от доктора Шавит. Спрашивайте в аптеках города. Когда-то в Карпатских горах жили знахари и ведуньи. Они собирали травы и исцеляли людей. Но самое главное – они исцеляли человеческие души. Алая Русалина из рода карпатских знахарей поможет вам исцелить ваше душевное состояние и изменить вашу судьбу. Сохранит семейный очаг, вернет любовь и подскажет, как решить ваши проблемы. 718-844-28-35. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.